Сегодня 28 августа. Убираем крайнее поле пшеницы, да и вообще крайнее поле этого года. Урожайность здесь выше 40. Здесь край не полег, там все полегло. Короче, с гектара выходит больше 2 бункеров. Комбайн идет на первый. На второй, потому что там очень сильная нагрузка на молотилку. Движок-то вроде справляется, а молотилка уже не справляется с такой урожайностью на второй передаче. Ну, тут, наверное, даже ближе к 50, наверное, урожайность. Вот оно все полегло. Очень густая пшеница. Высокая. Тут местами немножко сорнячки есть.